Здравствуйте, я Меркурьева Ева, ученица 5 класса общеобразовательной школы села Тагузак. Являюсь участницей районного конкурса «Боевар КПСС». Хочу представить свою работу. Свою работу я выполняла красками. Тема моей работы – пейзаж. Почему именно пейзаж, спросите вы, а я вам отвечу. С помощью своей работы я хотела передать любовь и красоту к своей малой родине Казахстан. Казахстан – мой любимый край. Все, что хочешь здесь, выбирай. Есть народ здесь, в нем есть душа. Моя родина так хороша. Все, что здесь, нигде не найти. По какому ни шел бы пути, в этом крае краше земля. Казахстан, как люблю я тебя! Я люблю тебя за поля, те, что нам подарила земля. И закаты, и звездные ночи, солнце дар, золотые лучи. Пенье птиц тебя будет ласкать, лучше края тебя не сыскать. В этом крае краше земля, Казахстан. Я люблю тебя.